Ребят, всем здорово. Сегодня у нас 24 марта 2020 года. Вот на градуснике можете видеть 4, почти 5 градусов тепла. И я вам решил показать, значит, как обстоят дела с моей теплой грядкой. То, что я делал в том году и засевал туда щавель. Вот, смотрите. Я беру стекло. Вот он совершенно замечательно себя здесь чувствует. Хоть на улице и прохладно, но с земли идет процесс выделения тепла. И парничок, как вы видите, у нас работает. Так же само работает покрышки. Вот здесь петрушечка. Здесь я подсеял салат. Тоже салатик посеял, видите. Это у меня чабрец. Ну, в общем. Так что... Кто спрашивал, вот смотрите, какой щавель уже можно смело на стол брать. Такое вот видео просили. В общем, снял, смотрите, делайте. Классная вещь. Все, всем счастливо и пока.